О новых мерах поддержки для многодетных говорили сегодня в Тольятти. В 5-й городской больнице снова было много гостей и телекамер. Уже во второй раз за эту неделю. Напомним, во вторник перинатальный центр посетил губернатор, а сегодня молодые мамы принимали подарки от имени главы региона и благодарственные письма за вклад в улучшение демографической ситуации. Илине всего 7 дней от роду, а уже второй раз в жизни она в центре внимания под прицелом телекамер. В семье Шакировых это 4-й ребенок. Родители признались, это далеко не предел. А вот иметь большую семью и не мечтали. Это у нас 4-й ребенок, 3 сына. Девочку назвали Элина. От малышки не отходит. То и дело подходит, спрашивает. Мама, она проснулась, а она все время спит. Еще в начале недели, во время своего визита в Тольяттинский перинатальный центр, губернатор познакомился с этими молодыми мамами. А сегодня они принимают подарки по поручению главы региона. Все, что нужно новорожденным. В одну из палат Николай Иванович заглянул, и он... Ну, человек так, он не может с пустыми руками приходить в гости. Но в это время, так как не планировался этот заход, у него с собой не было подарков, он пообещал женщинам, что обязательно передаст им подгузники. По инициативе губернатора в регионе учреждены новые меры поддержки для многодетных. С начала этого года за 3-го и каждого последующего ребенка ежемесячно родители получают по 7109 рублей. Плюс выплаты к Пасхе и к 1 сентября на подготовку к школе. Единовременное пособие в размере 1000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Татьяна Пудова, Дмитрий Аллатарцев, новости губернии Тольятти.